Соответственно, на синем лучше смотрится белый. Делаем белый цвет нашему заголовку. Нажимаем Apple. На сайте все более чем интересно. Вторую секцию мы добавили. Далее у нас идет какой-то поясняющий текст. Соответственно, на сайте добавляем еще одну колоночку. И можно даже колонку не добавлять, а прямо здесь добавить текст. Вставляем наш текст. Видим, что у нас межстрочный интервал очень маленький. В стилях переходим вот здесь вот. Мы можем задать межстрочный интервал. Оставим примерно вот так. Если хотите обрамить какой-то текст, то здесь на третьей вкладке Border и Box Shadow. То есть это рамка и тень. Вот Border — это рамка. Можно выбрать вариант Solid — сплошная, там двойная и так далее. Выбираем, вот видим цвет рамочки. Если надо, можно выбрать с одной какой-то стороны, например, чтобы она была толще. Выбрать не пиксели, а EM. То происходит вот такая вещь. Ну, я, наверное, не буду использовать рамку. Оставим как есть. Дальше нам нужно сделать вот такие 4 блока. Я предлагаю добавить внутри ADNEV Row, то есть 4 секции. Вот они, 4 есть. Сразу, наверное, сделаем border solid белого цвета, рамочку Apple, и также я сделаю для каждой секции border solid белый цвет. Чтобы получилось вот так вот с расстоянием, да, здесь я создал вложенную, то есть убрал рамку у общей зеленой вот этой вот секции, да, и внутри просто добавил column, и уже внутренней колоночке я задал рамочку. Вот так вот, чтобы это выглядело. Column, одна колонка. Стили, border, solid. Ну и, соответственно, да, везде надо сделать белым, потому что белый смотрится на синем фоне лучше. Соответственно, я проставляю везде белый. Дальше давайте добавим иконок. Здесь нажимаем по плюсу. Вы уже знаете, как это делается. Изображение удаляем. Иконка. У меня Joomla, я пишу Joo, нахожу иконку, два раза левой кнопкой мыши, сразу с размером определяюсь. А дальше по центру, цвет иконки белый. Если хотите, чтобы иконка как бы залазила на рамку, ну, у меня здесь не совсем так получилось, то есть как вот здесь вот, да. Но здесь тоже можно перейти вот сюда и Margin Top сверху. Минусовое значение, минус 50. Вот иконка заскакивает, да, если там как-то так нужно сделать, это можно сделать. В данном случае оставим ее просто как вот есть. Нажму Apple. Дальше добавляем текст. Вставляем свой. Соответственно, выравниваем по центру. Цвет белый. Соответственно, в типографии делаем размерчик побольше. На сайте у нас получается, в принципе, да, блочок. Дальше добавляем текст. Я предлагаю, чтобы каждый раз текст не редактировать заново, взять вот верхний наш текст. Над текстом копии нажимаем скопировать. Идем вот сюда в наш текст и нажимаем paste, вставить. Вот таким образом. Теперь зайдем шестереночку, удалим весь текст и вставим наш текст. Теперь цвет белый и межстрочное расстояние
типография можно сделать поменьше.